Главный виновник напряженной борьбы за ветный приз женского баскетбола в Курске. И впервые без транспортной упаковки он предстал перед глазами именно нашей съемочной группы. Проделав непростой путь из Германии в столицу Славяного края, он ожидает своего нового обладателя. Несмотря на тяжелое поражение «Динамо» в Турции, судить о том, кто станет победителем, еще рано. 14 очков – это существенно, но сказать, что это невыполнимо, такого никто не говорил из членов команды, мы очень много общались. Ну вот у нас американские девушки, те говорят, надо 22. Заключительная игра юбилейного 10-го финала женского Еврокубка состоится 22 марта в 19:00 в спорткомплексе «Динамо». Честь снять транспортные покровы с Еврокубка досталась в Курске мне. И сегодня, до завтрашнего матча, я скрываю его обратно от глаз зрителей. Глеб Парфенцев, Андрей Зарубин, телеканал 7.